Hey, и всем еще раз привет, с вами я, Нана Миншайн, и в данном видеоролике мы будем собираться к школе, потому что она у меня уже начинается завтра. Сегодня также будет влог про то, как я провожу свой первый день в школе, и мы будем собираться, собственно говоря, к ней. Значит, сейчас я вытащу чемодан, который находится в спальне, и вы это все будете видеть. Если там окажется рюкзак, которому лет 20, мы его, в общем-то, заберем. И, кстати, вы разговариваете, точнее, вы видите человека с мокрыми волосами, который снимает видео в ужасном пожарском виде. Но, в принципе, это же я. Да, так что давайте поскорее возьмем этот чертовский чемодан и приступим к самому видеоролику. Так, в общем-то, вот наш чемодан. Давайте его перевернем. Ой, божечки. Такое чувство, что тут далеко не рюкзак, а что-то другое. Кажется, я думаю, правильно, но все же проверим. Да, я имела в виду, что мы переместимся, собственно говоря, вниз, то есть на диван. Но это получилось, да, значит, спальня. Думаю, никто не против, да? Так, что у нас тут есть? Нет, давайте. Вот всякие висички. И ауч. Кепки. Кстати, я это искала. Ну, ладно, я это не искала, но давайте оденем. Я выгляжу бомбезно, чувствую. Как всегда. Кстати, я еще думала вот с вот этой вот маской снимать всякие скетчи, как у Брайана. Но я просто не уверена в том, что мне это получится вообще. Да. Короче, значит, у нас есть это. Нет, это для физры. BTS сумка. А тут что-то есть? Ой. Очки для плавания. Очень интересная вещь. Так, что тут у нас дальше есть? Эта штука. И 99 миллиардов учебников. Ну, тут уже дальше ничего особенного. Да. С этой сумкой я ходила на English. Думаю, и так в школу буду ходить, в принципе, почему бы и нет, собственно говоря. Тут у нас еще всеобщая история, математика, 6 класс. А тут у меня еще и график. Встаю в 6:43. Сейчас. Я это тоже искала, алло. Да в смысле, почему все тут, алло? Биология, 6 класс. Стоп, у меня же есть тут АКПБ. А почему? Окей, нет, я 7. Я путаю, какой я класс, нормально, да? Нормально. Так, короче, тут все за 6 класс, даже английский за 6 класс. Ну, а на английском ходила год назад где-то. Давайте это все вытащим сейчас. И значит, да, еще тут у нас вот это есть. Очень информативно. Hello Kitty! Я помню, мне это дарили, когда мне было 8 лет, типа я такая крутая ходила и смотрела. Господи, какой ужас, боже мой. Кто это? К счастью, не могу полностью видеть свое лицо. И это радует. Да. Грустный смех. Так, значит, тут у нас всякое не нужно. Ручка! Господи, ей целые 3 года, алло. Капец просто. Значит, мы все разбомбили, теперь оставляем и сваливаем. Ладно, это, конечно, шутка. Значит, у нас завтра несколько уроков, где-то 5. И это будет немецкий, русский, азербайджанский. Сейчас вы, короче, все увидите. У меня, по-моему, еще и история будет. Да, история будет. Какой ужас. Да. Короче, вот эти вот уроки у нас, значит, будут. У меня, по-моему, в правильном порядке, так что давайте так и оставим. Кладем это сюда. Вот так. Дневник обязательно, чтобы не забывать, хотя я никогда сюда ничего не пишу. Ну, кому какая разница, собственно говоря. Сейчас я возьму пенал, но ему много лет, кстати, в принципе, как и мне. Очень много. О, господи. Видите, я даже встать не могу домой. Вот так, значит, у нас мой пенал, который я сделала домашний, хотя он из Лондона, и вообще он очень прикольный, мне он нравится. Вот этот вот пенальчик у нас. Тут у нас ничего особенного, просто всякие вещички для дома, но сейчас я это выкину, ну как выкину, просто поставлю куда-нибудь другое место, и положу, что необходимые вещи для школы.
для уроков и тому подобное. Тут у нас, значит, есть заметки, чтобы в книге класть, которых я не читаю. Значит, электронно, ну, типа, да. Это нам пригодится, это клей, фломастеры тоже пригодятся, линейка, и другую возьму. Так, это тоже пригодится, скотч пригодится. Вот эти две вот эти штуки, короче, они тоже пригодятся. 2000 years later. Что я взяла? Думаю, я вам все показала. Просто хотела еще раз показать. Так что, в принципе, мы уже готовы. То есть наполовину готовы. Это уже классно. А я не уверена насчет формы. Пойдет ли она мне? Потому что она у меня с прошлого года. Если я там не растолстела и не выросла с нее, то возьмем. Если нет, то я посмотрю, какую одежду я возьму. И, наверное, мы увидимся уже, когда я буду примерять форму, или же, если она пойдет, то увидимся завтра утром, когда я буду выезжать. В общем-то, ребята, мы уже идем в школу. Я почти уже у школы. Ну, как почти, еще полдороги. Ну, в принципе, ничего. Я ехала на машине, вот так пришла. Это мой третий, что ли, влог. Сказать честно, я не умею снимать влоги, потому что редко их снимаю. И как ни странно, тут как-то мало детей. Ну, сейчас, наверное, вот ближе появится. Ну, я так думаю. Еще я, наверное, буду снимать на уроках, но я не уверена в этом. Сейчас мы отдыхаем на 6-м этаже с моими подругами. Они немного бешены, не обращайте внимания. Да. И мы обычно идем на 6-й этаж или ходим по коридорам, чтобы отдыхать. Тут у нас также есть пианино. Думаю, это очень интересно. Но у нас там не разрешают на нем так играть. Ну, давайте поиграем, в принципе. Почему бы и нет? Сейчас все поругают. А сейчас мы будем убегать, потому что нас могут поругать. И давайте посмотрим, что еще тут есть. Значит, тут у нас есть такое вот местечко. Давайте я покажу с другой стороны. Тут у нас есть... Да. Тут у нас есть растения. Думаю, тут ничего интересного. И... Хватит ржать. Вот. Вот эти вот девочки, я их не знаю, знать не знаю, кто они такие. Не позорьте меня. Они вечно меня позорят. Хотя я тут всех позорю. Ну, в общем, они меня позорят. В общем, мы уже выходим со школы, так как я не успела поесть. Сейчас я буду есть. И, как всегда, с моими подругами, одноклассницами. В общем-то, мы уже спускаемся. У нас было 5 уроков, да? Да. 5 уроков, и последний урок был английский. Салима! Самое главное, что он закончился, и я наконец-то свободна от этого present simple, present continuous, present не знаю что. И, короче, да, present the present, вот. Мы очень хорошо знаем английский, вообще мы American girl. Да, hello, it's me. Знаете, даже есть такая песня, типа, как она называется? Вообще я планировала как бы... Да. Тут люди на YouTube снимают. Все, тихо. Вообще-то, да не позорят. Да, я. Господи, как эти маленькие позорят. Да, в общем-то, что я говорила? А что я говорила? Боже мой. Ты говорила, что, в общем-то, мы идем домой. А, да, мы идем домой, мы еще немного останемся, покушаем. Увидимся на следующем кадре. Уже девочки ушли. Господи, могу снять маску, черт возьми. Да, девочки ушли уже по домам, и я думаю, что я тоже, скорее всего, пойду, в принципе. Почему бы и нет? Сейчас жду маму. Задний фон топовый. Да. Сейчас, в общем-то, подожду маму, пока она приедет. Она приедет вроде как скоро, так что можно не беспокоиться. Пока что я буду монтировать ее. Смотрите, кого я по дороге встретила. Вот этих вот котят. Ангелочек. У него бедного одного глазика нет, блин.
Мне его так жалко. Я надеюсь, что он с детства такой, и ему никто не причинял эту боль. Да, они вот тут сидят, вроде как было видно. И я мяукнула, и если кто не знал, я умею мяукать. Я мяукнула. И, видимо, ей не понравилось, что я мяукаю, хотя я не кошка, типа какого черта. Сейчас я возвращаюсь к обратному месту, потому что я сказала маме, что не помню дорогу. И она сказала, ну окей, иди туда, я тогда тебя оттуда возьму. Вот такая вот я. Вот что не бывает, когда долго не ходишь в школу. В принципе, сейчас мы будем ее тут сдать, и все. Я хотела вам показать из-за котят, потому что они были очень милыми. И вообще, буквально, в смысле, все. Блин, я не понимаю, как можно не любить животных, тем более котят. И вообще маленьких животных. Они же такие ангелочки. Ну... В общем-то, сейчас после школы я взяла ДНР. Решила его взять. Все-таки мне захотелось. Давно не ела. Вообще, я обожаю ДНР. А для тех, кто не знает, это в хлебе бывает и с мясом, и с курицей. Ну, можно сказать, как шаурма, только по-азербайджански. Ну, я не знаю, как объяснить, но это очень вкусно и намного вкуснее шаурмы. Тут я уже пришла после школы, решила заснять то, как я ем ДНР. И вообще, в каком состоянии бываю после школы. Переодеться я не успела, потому что была голодная. И решила, типа, ну и так пусть оставится. И решила снять вам такой маленький ASMR.